Приветствую, друзья. Давно не ходил в гости никуда. И вот зашел к своему коллеге Дмитрию в очередной его, у него уже сеть магазинов, в очередной магазин. И покажу вам, что тут у него есть интересного. Какие-то каретные микрочасы. Дмитрий немного занят, не сможет рассказать, поэтому прокомментирует. Ценников у него, как водится в антикварных магазинах краснодарских, не бывает. Дмитрий лично проводит экскурсию и показывает, рассказывает. Хотя нет, вот на каких-то предметах даже ценники существуют. Ну а учитывая нынешнюю обстановку, когда все меняется и цены изменяются постоянно, это неудивительно. Просто покажу вам, что здесь у него интересного увижу. Дмитрия большой выбор фарфоровых чашек. Вот он любезно отвлекся от дел и включил нам свет. Ты готовься, привет передашь зрителям в конце ролика. Позовешь к себе. Различный, довольно большой выбор различных. Вот это все Мейсон, подсказывает Дмитрий. Вся верхняя полка. Очень интересно. Так что любители фарфора Мейсон, добро пожаловать в Краснодар. Это все на улицу Гоголя. Гоголя 61. А это что все? Царская Россия, вторая полка. Вторая полка, вот, да, это. Вот это. Все, подборка. Да. О, друзья, как интересно. Смотрите, вся, да, подборка. Частные заводы. Различные заводы фарфоровые Российской империи. Вот там вижу Наполеон с компанией. Бредут пленные, что ли. Такая форма необычная, да? Триптих для картины необычная история. Нет, триптих там не оформляют, но... Шкаф нужен? Кто-то выложил. Шкаф нужен для отеля? Ну, предложи не шкаф, мне не нужен, вдруг вам нужен. Мне только шкафов. Покажи, что за шкаф. Прикольно, он тут какой-то отвечает. Шкаф нужен? Не вспомнил, я тебе не помню, кому я хотел этот шкаф. Вон памяти. Вон они, да? Оно? Да, да. Вот совсем другой образ. Очень красивая, фарфоровая. Конфетница или фруктовница, как будто полотенце вышитое, фарфоровое. Ну, блокировка, да, блокировка. Скинь мне, пожалуйста. А третья полка, что это? Европа? Лимож. Япония есть, Япония, да, в общем, Европа. Сборная солянка различных интересных, красивых и дорогих предметов. Обратите внимание, свет отрегулирован лучше всего, попадает даже не на Мейсона, а на русский фарфор. Ну, это традиционная скифская история. Дмитрий ее поддерживает. Надо что-то украсить. А что-то позже уходим, ничего не красим. Да, надо выходить проверять. Вот еще целый. Видите, какой объем бесконечный. Но туда в кладовую не будем пробираться. Нас туда не приглашали. Здесь еще полка фарфора. Много красивого стекла,
На окне полка, возможно, отсвечивает изображение. Ну, как есть, извините. Все, да? Перегорел? Я не знаю, что, но это после травмы. Слушай, ну у тебя прям, да, ну, как должно быть. Да? Не, ну... Я еще никогда, если бы я еще подготовился... Подготовишься, скажешь, придем снимать отдельно. Как за обзорочку сейчас сделаю вам, друзья, что здесь у Дмитрия есть. А в ближайшее время организуем ролик, несмотря на то, что YouTube заблокировал возможность трансляции из прямого эфира. Мы найдем техническую возможность и организуем трансляцию из магазина Дмитрия. И он сам лично расскажет, как много у него всего интересного. Стекло бросается в глаза своей радугой. Неприличное сейчас слово. Обязательно загляните в магазин к Дмитрию, если будете в Краснодаре. Приглашение для... иногородних любителей антиквариата. Еще один шкафчик. А вот и наш старый знакомый. Я просто мимо прохожу. Конечно, мимо проходил. Тут называется «Все тени исчезают в полдень». Привет. Привет, Петрович. А тут надо, потому что он обижается, что если я прохожу и не захожу. Правильно. Мимо нас не ходишь, поэтому и не заходишь. Все целое, спасибо. А что ты ко мне не заходишь? Да, вот только выбрался. Да. У нас новое там животное. Ты же говорил, там у тебя вопросов куча накопилось. Так куча накопилась. Приду, обязательно запишем. Мы в прямом эфире, так что привет зрителям. А, привет. Мы живые, все нормально, все функционирует. Придем записывать ролик Петровичу. И расскажет Петрович, что там новенького у него. Ну, новости есть какие-то там, технологические? Навалом. Замечательно. Обязательно приду. Поприкольные такие, значит. Ну, оно интересно. Ну, иногда звоню там своим студентам, говорю, ну хотите фокусы показать? Развлекаемся. Офигенно. Обязательно приду к тебе за ролик. Что, Дима, забрасывает работой? Да. Ну, правильно делает. Это за тебе не скучно. Ну, я его не Дима, я его Митя зову. Ну, у нас есть там проблема с этим. Он 3,5 доллара. Очень много. Не, ну, чтоб ты не обижался, я мимо пробегаю за пропуском. Спасибо. Подожди, что? Стекла различного. Что опять было отломалось? Может, просто хотя бы знаешь, что подбирает? Делаем, уже просто чай. Можешь? Или на обратном пути? Давай на обратном. Я пускай стоит, я сейчас. Дмитрий болеет еще темой бюстов различных у него. Огромная коллекция бюстов известных людей.